Добрый день, а может быть и не очень добрый, всем участникам моей Facebook-группы и моего YouTube-канала. Сегодня у меня, к сожалению, не очень хорошие новости для вас. У нас была очень одна интересная программа, так называемая First Time Home Buyer Incentive. Это возможность, где человек мог купить дом дороже благодаря тому, что государство, кроме того, что у него был свой down payment, скажем, если мы говорим о 5% первоначального взноса, государство вам давало дополнительно 5%, благодаря этому человек мог купить дороже дом. Кроме этого, второй плюс пункт – этот человек экономил на государственной страховке. Если он вносит 5%, ему пришлось бы заплатить государственную страховку 4%. Так как он вносит 10%, потому что 5% дает государство, клиенту надо было платить 3.1%. На этом клиенты экономили тысячи долларов. Третий плюс пункт – это месячная оплата. Месячная оплата, конечно, была меньше. Почему? Потому что человек вносит больше down payment, у него меньше ипотека и ваша месячная оплата автоматически спускалась. Но это очень позитивно было также для людей, которые недавно приехали в Канаду. Люди из Украины или из других стран. Мы могли пользоваться этой программой и могли бы этим людям помочь купить дом раньше, и они могли квалифицироваться на дороже дома. К сожалению, наше государство эту программу отменяет. И вот эта новость. Вы видите, что эту программу отменяют они с 21 марта. Что это значит? Что если вы планируете покупать или вы в процессе покупки, если я понимаю, что это очень мало времени, но если вы сможете купить дом до 21 числа, до 21 марта, и мы еще успеем получить разрешение, когда вы в дом въезжаете, не так важно, но очень важно, чтобы мы получили разрешение, вы можете эту программу использовать. Особенно это важно для людей, которые живут меньше, чем 12 месяцев в Канаде. Поэтому я советую всем тем, кто сейчас в данный момент в процессе покупки, связаться с нами. И если, ну опять же, если вы планируете покупать через несколько месяцев, для вас это уже не играет никакой роль, потому что эта программа не будет существовать после 21 марта. Но если вы в процессе, и если у вас получится как-то купить этот дом до 21 марта, то я советую с нами связаться, чтобы мы это все успели сделать. Это была очень неплохая программа, что там говорить. Мы пользовались ей очень активно, особенно для людей, которые недавно приехали в эту страну. Но эта программа была ограничена в своих возможностях. Там были ограничения со стороны дохода, и там были ограничения со стороны цены дома. Поэтому для таких регионов, как Торонто или Ванкувер, эта программа была очень неинтересна. Поэтому на нее было очень много жалоб, что никто этой программой не пользуется, нет смысла эту программу иметь. И вот наше государство сделало решение. Раз всего 25% количества этих сделок, на которые они рассчитывали на 100%, но всего 25% людей пользовались этой программой, и они сейчас официально решили эту программу убрать. Как бы там ни было, всегда есть какие-то варианты. В нашей профессии всегда есть изменения, поэтому я советую вам следить за мной в социальных сетях, в YouTube-канале. Вы тогда всегда будете находиться на правильном уровне. Есть и другие всякие интересные программы, как First Time Home Buyer Saving Account, который недавно ввели. У меня для этого тоже есть видео, советую вам посмотреть. Но эта программа больше для людей, которые планируют покупать в будущем. А вот это вот First Time Home Buyer Incentive, которую, к сожалению, сейчас наше государство эту программу приостанавливает, оно помогало покупать людям именно сейчас. Поэтому, да, плохие новости у меня для вас сегодня, но если вы в процессе покупки, или даже если вы не успеете с этой программой, я советую, свяжитесь с нами, мы вам расскажем, что есть, какие варианты есть, будем вас готовить, будем подстраиваться под новую ситуацию, к сожалению, ничего не остается одинаковое, все меняется. Но если вы работаете с моей компанией VS Solutions, мы всегда найдем вам какую-то лазейку, и вы всегда будете находиться на самом актуальном уровне. На этом все. Желаю вам всем все равно хорошего настроения, Божьего благословения, здоровья и до следующего раза в виртуальном мире. С вами был Виктор Шефер.